Удивили балерины, признаются организаторы. Участники этого фестиваля-конкурса сломали стереотип, что классический танец не приживается на Сахалине. Пластика и грация наравне с дробью народных композиций в программе представлена довольно широко. Примечательно, именно в рамках этого мероприятия свое мастерство смогли наконец-то продемонстрировать так называемые малые формы хореографии – коллективы до 6 человек. Так вышло, что они редко могут принимать участие в конкурсах. У нас маленьких городов, поселков и сел много. Проживающих там людей мало. Поэтому очень актуальна тема. 3 человека, 5 человек, которые занимаются хореографией на условиях клубного формирования. И поэтому им тоже надо где-то свое творчество показывать. А положение о коллективе, который, например, танцует народный танец или современный, там от 12 человек, условно говоря, и они туда не попадают. Классика, народные, эстрадные танцы, модерн. В постановках затрагиваются актуальные для современного мира темы. Так, на языке танца выглядит зависимость от телефонов. На сцене ансамбль «Плейданс» Дома культуры «Родина». В состав судейской коллегии вошли 3 человека. Это Елена Громова, выпускница Академии русского балета имени Вагановой, Никита Куклин, наш земляк, сегодня известный хореограф в Санкт-Петербурге. Его хип-хоп-команда входит в 10 лучших в России. Также мастерство ребят оценивает Дмитрий Притко, вице-президент Федерации танцевального спорта на Сахалине. Хочу пожелать вам дальнейшего творческого развития, успехов, сохранения своего культурного наследия и чтобы мы всегда любовались вашими коллективами, вашими руководителями. Гордитесь ими, они ваше сокровище. В номинации «Малые формы хореографии», «Сольный танец», «Диплом первой степени» в разных возрастных категориях завоевали Елизавета Вагнер, Марина Дыскина и Эдуард Кызылов. Лучший дуэт у Алины Лондарь и Дарьи Владимирцевой. Среди ансамблей победили «Ритмы детства» и «Твой город». А в балетмейстерской работе отличились «Аниме», «Угол зрения» и «Виктория».